Почему полезно какао, особенно если вам за 40? Это вкусный напиток, заряжает энергией и способен защитить от вирусов и инфекций. Чашка какао с утра улучшит настроение и повысит жизненный тонус. Он содержит вещества, которые улучшают память и стимулируют работу головного мозга, а также нормализуют в крови уровень холестерина. Какао признан лидером по содержанию многих полезных микроэлементов, а по количеству содержащегося в нем цинка ему вообще нет равных. Какао-бобы имеют белки от 12 до 15%, жиры, углеводы от 6 до 10%, витамины группы В, клетчатку и антиоксиданты. Недавние исследования обнаружили, что какао имеет еще одно соединение – какахил, которое способствует разношению и росту клеток кожи, заживлению ран и предотвращает образование морщин. Также в какао есть еще одно вещество – эпикатехин, благодаря которому можно защитить свой организм от множества опасных болезней, таких как рак, диабет, инфаркт и инсульт. Американские ученые подтвердили тот факт, что несмотря на то, что какао имеет больше калорий, чем чай и кофе, оно не приводит к увеличению массы тела. Даже небольшая порция какао способна быстро насытить, и в результате вы не переедаете. Если вы мечтаете похудеть, пейте какао. Рекомендуется употреблять какао в первой половине дня. Содержащийся в какао естественный пигмент меланин поглощает тепловые лучи, а это поможет защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей и спасет от солнечных ожогов. А этот рецепт какао усилит пользу во много раз. Какао является мощным антиоксидантом и очень богат магнием и витаминами, что делает его необыкновенно полезным, особенно если вы старше 40 лет, то он вам просто необходим. Корица улучшает кровообращение и уменьшает воспаление в организме, а гвоздика содержит мощные антисептические и обезболивающие свойства. Ингредиенты. 2 стакана молока, если вы будете использовать миндальное молоко. Вкус будет богаче. 1/2 столовая ложка порошка какао или шоколада, 1 чайная ложка корицы, 1/2 чайная ложка молотой гвоздики, щепотка соли и 1/4 чайной ложки стевии по желанию. Приготовление. В кастрюлю поместить какао или шоколад, специи, стевию и соль в миндальное молоко и нагревать на среднем огне, пока все хорошо не растворится в молоке. Я рекомендую использовать венчик и постоянно перемешивать при нагревании смеси. Приятного аппетита! Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!